подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. По итогам года рост экономики должен составить не менее 2%. В разрезе отраслей значительную динамику должна показать горнодобывающая промышленность с ростом 3,6%. Планируется рост в сельском хозяйстве на 2,5%, в строительном секторе на 2,6%, в сфере транспорта и логистики на 4%. Залогом для достижения показателей будет слаженная работа по реализации плана нации, программных документов и послания президента страны. Мы в соответствии с посланием начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана, отметил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. К концу года одна из компаний фонда «Самрук Казана» может выйти на IPO через биржу Международного финансового центра «Астана». К 2018 году будет создана новая независимая юрисдикция, которая не входит в судебную систему Казахстана и будет работать на базе моделей Лондона, Дубая, Гонконга и Сингапура. Для этого мы в этом году совместно с Международным судом Дубайского центра, а также с судом Англии проводим большую подготовительную работу, и она будет завершена 1 января 2018 года, сообщил управляющий Международным финансовым центром Кайрат Келимбетов. Металлурги в прошлом году увеличили объемы производства более чем в полтора раза, до 3,4 триллиона тенге, и обеспечили 43,6% совокупного выпуска перерабатывающего сектора. Три промышленных региона обеспечили около 80% всего производства. Это Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Именно здесь реализуются масштабные республиканские проекты карты индустриализации в металлургической сфере. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.